В детстве, ну, я не думаю, как-то ничего не приходит на ум такого особенного. Дима, Димочка, в принципе, ничего особенного такого. Последний раз общался, когда мама меня поздравляла с днем рождения, буквально вот пару дней назад. Пообщались по видеосвязи с мамой, с бабушкой, с дедушкой, со всей семьей. Ну, мама — это всегда воспоминания о детстве. Мама — это доброта, это тепло, это забота, это внимание. Все, что связано с детством, это, в принципе, можно описать словом «мама». Ну, хотелось бы пожелать получать удовольствие от жизни, радоваться разным моментам. Все-таки мы должны приносить, как бы, в жизнь своих родных больше улыбок, больше тепла. Поэтому наслаждаться жизнью, я бы так сказал.